Всем здравствуйте! Сегодня известная бизнесвумен, художница Алина Редель отреагировала на недавние слухи о том, что Алла Пугачева якобы вместе с детьми уехала из страны, спасая свою семью от всех негативных последствий, которые разгорелись в последнее время. Близкая подруга певицы заявила, что не считает себя уполномоченным на подобные комментарии лицом. Редель сообщила, что с ее стороны комментировать такие случаи было бы натуральным нарушением правил. Давать какие-либо комментарии она категорически отказалась. Не знает ничего о Примадонне ее концертный директор Елена Чупракова. Менеджер заявила, что актуальными данными на этот счет просто не располагает. Куда направилась семья, пока неизвестно. Предполагается, что они улетели в Юрмалу, Майами или на Кипр. Добавим, что свою последнюю публикацию на своей странице она разместила 23 февраля в виде с урока физкультуры, где ее дети Лиза и Гарри занимаются в спортзале. Скорее всего, это было школьное задание на празднике. Отметим, что 1 марта лимузин, в котором находилась Алла Пугачева, был замечен на Тверской в направлении бутика модельера Игоря Гуляева. Отметим, что в хозяйственных службах подмосковного имения семьи певицы идут приготовления к приему многочисленных подарков, которые в первое воскресенье весны и к 8 марта Алле Пугачевой присылают со всего мира. Будем надеяться, что в скором времени Примадонна оставит для своих поклонников хоть какую-нибудь весточку в публичном пространстве. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!